И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Давно не было, что мы с Кошаком выживаем, а Серега нас будет пугать. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, ну покажи, что ты можешь. Ну, как обычно, просто мочить, да так неинтересно, ну ладно. Да мне показывать не надо. Утимочный. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, мне очень приятно. Всем рады. Так, давай проверим, кибитка наша работает. Блин, дверь на наружу открывается, это тупо. Так, с фонариком более или менее еще, так вообще плохо видно. Так, Кошак, давай какие-то меры предпринимать. Что будем делать? Два ловушек ему наставим. Да-да-да. Чтобы не продал вообще обнаглевший. Тип, давно мы... Давай на Серега вообще поиздеваемся сегодня. Серега, ты готов? Я над вами ищу, как поиздеваюсь. Не-не-не, вот сейчас мы будем прикалываться над тобой. Так, я вам поприкалываюсь. Сейчас. Надо какое-то западло ему такое жесткое придумать. Когда я в кибитке, ты меня убивать не можешь. Да. Понял, да? А то я боюсь, потому что это единственное место, где ты... А, если на дверь поставлю бомбу, она взорвется. Так, я слышу, это какие-то звуки конченые издает кто-то. Я отсюда его вижу. А, его видно отсюда? Старый пей идет, вон он. Серега, на расстоянии убивать нельзя, только в притирку. Ну это само собой. Да, я тебе просто кажу. Это ты такой звук издаешь? Да. Ползет. Так в тени голова прикольно у тебя появляется. Давай, иди. Ползи, давай. Заходи на Кошак, он тебя убьет или нет? Он же может резко прыгнуть. Или это не у этого, я не помню, какой аниматроник новый там. Взрывай бомбу! Ему все равно. Взрывай! Бум, двойной взрыв. Его к потолку подкинул, он дальше лезет. Серега, мы тебя не боимся. Хотя чуть-чуть я боюсь. А что мы здесь? Давай. Сюда идет. А он не может дверь открыть. А, ну раз он может эту дверь открывать, я тогда смогу именно в этой местности админский пистолет использовать. Так, на всякий случай. Предохранительный вариант. Чтоб никто сюда не заходил. Он полез, сейчас на ловушку нравится. А там ловушки твои стоят? Да, и твои тоже. А, ну да. Я не ставил там ловушки. Я уже взорвалась. Почему они не взрывают? Я не знаю, может он телепортировал? Ах ты говно! Давай, закидывай все тут, в этом доме. Давай, это уконченные звуки издает, да? Ого! Смешно. Я даже вас убивать не пришло, вы сами себя убили. Да это нечестно, а мы поддавали специально. Так, ну нафиг, валим. Калитка, открывайся. Да кто там под ногами валяется? А, это Мишка отлетел. Это Фредюшкин, давай его с нами. Давай, это счастливый медведь. Да что он там ножи точит или чё? Серега, что там точишь? Он подскальзывается, наверное. Пол недавно помыть. Чё ты это заглядываешь? Чё, попробуешь зайти, не? Я наполовину внутри уже. Пока. Если ты... Половина, это уже ты, всё. Нельзя заходить в ту будку, сразу мочим. Так, давай что-то еще ему. Давай. Сейчас у меня есть еще пару идей. Так вот, значит, как ты. Да, заговорил. А я с тобой по-хорошему хотел. А, давай, давай. У меня появилась идея, Дим. Какая? С этими порталами, смотри. Он же всегда вот здесь ходит, да? Ты ставишь один портал здесь, а другой там. Ой! Калитка конченая, не закрывается. Калитка не закрывается! Да блин, да что? Кто-то калитку заел. А это из-за портала. Блин. Нет. А, не работает. Да, умные люди бы так не сделали. Я знаю, что надо сделать. Надо здесь поставить один портал. И один вот здесь вот. И мы можем стрелять просто по нему. А, видишь, калитка... А ну-ка, стрельни. А чуть-чуть подальше надо, чуть-чуть. А ну. Да, попадаешь. Вот так можно мочить его. Все отлично. Так что отлично, не работает. Плохо, отлично. Давай как-то в другом месте может его поставить. Может вот здесь его поставить. Блин, а там мы не будем попадать. Здесь где-то. Там сзади, Димас, он идет. Я иду сам, не могу попасть. Ай-яй-яй. Не добежал. Он меня что, притягивает что ли? Наверное. У него карманное черное очко. У него просто черное очко. Дверь закрывайся. Мишка, ты именно вообще мочишь. Мы тебя на верхнюю полку кинем. О, все. Так где он ходит?
Свет выключили по всей пиццерии, короче. За неуплату. Эй, он там, вали! Ай! Калитка! Да я не могу никак привыкнуть, что калитка вовнутрь открывается. Это он разогнался там до гиперускорения, поэтому калитка. Так, он куда-то убежал. Оп, теперь мы видим. Кошак, ну что, он там есть? Я его где-то слышу. Ну не вижу, да? Не вижу, да. А ну-ка. Ага, дирижабль. Ха-ха-ха, я к кварталу удалил. Вон он стоит. Я вижу, я вижу. Бежит, кошак, бежит. Прощай, ты был хорошим человеком. Ушел, ушел. Пополз даже. Возвращается. Выполз, выполз. Так, 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 я слышу его, он ходит там. Он в этой вентиляции убежал. Заходи. Открой дверь, открой. Да заходи. А, ну что ж ты сделал? Впустил его в нашу будку. Двери. Ловит момент. Молодец, Серега. Молодец. Смейся, смейся, давай. В этот раз я не буду щелкать клювом. А губами буду щелкать. Так, давай что-нибудь повеселее, что ли, возьмем, я не знаю. О! Сейчас, сейчас, сейчас. Исходя из опыта прошлого, его, по-моему, ничего не берет, кроме я. Берет, берет. Так, он идет. Я вижу по коридору, приближается Чика. Чё там стоишь? Лежишь. Пало. А, наш на расстоянии не может убивать. Ого. Ах ты засранец со своим нитроглицерином. А чё, нормальное оружие? Я не знал, что можно сразу сейчас создателям. Сейчас кто-то фигуру разозлит. Да ничего её не разозлит. Так что, знаешь, как можно создателя мочить? Неплохо, надо тоже такое. Блин, да, а чё? Там что, такое мощное? Карма, карма. Настигла нас, да, я хоть зайду в кибитку новую. Ну нафиг, ха-ха, вы успели. Так, так, лежит, полы мой, давай, мой новые полы. Ну чё, просто без движения, давай. План, наверное, подготавливали. Перезарядка системы. Я хочу вот это ему дать. Что? Это мячик или... Ой! А, ой! Не-не-не, я его деактивировал. Еще рано. Ходит, ходит, смотрит в окно нам. Да как ты это сделал, жопа? Да как через калитку новую? У вас дырка в калитке. На пендале. Я побежал. Серега, давай мы на тебя охоту откроем. Все, я прячусь. Давай, короче, у нас админский пистолет, и просто попробуем, за сколько времени кто кого обманет. Кошак, ты готов? Да, я готов. Все, начинается охота на Серегу. Фонарик надо выключить, чтобы не палиться. О, как он нас пугает, прикольно, да? Он же невидимым, да, может? Да, все возможности аниматроника он может использовать. Я его слышу. А, он же может на расстоянии нас убить эти новыми. Заметно, да. Я буду за тебя мстить. Он где-то рядом. Ой, хорошо. Отлично, конечно, много патронов потратил, но мы это сделали. Охранники победили. Или нет? Нет. Ха-ха, чего ты взял? Давай последний раунд. Он где-то... Он здесь где-то, он здесь, я его видел. Я его лапы вижу, черная. Да ну как? Аниматроники победили. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!